Дорогие мои, привет! Как вы там? Я, вылезая из морских пучин, хочу вам поведать, как я решила отдохнуть в этот раз. Смотрите, помимо того, что я отдыхала неделю в прекраснейшем отеле «Дом с Мирамаре», он находится там, где я прям вот вижу его перед собой, я решила несколько дней провести в уединении, в таком, чтобы меня никто не видел, чтобы не было вокруг людей, чтобы я могла просто побыть одной в самой-самой красоте. Я вам покажу, как я здесь отдыхаю и что меня окружает. И вы поймете, что созерцать, уметь радоваться друг за друга, за себя самих и вообще жить прекрасной жизнью, свободной, открытой, яркой, это так замечательно. И иметь свободу, делать то, что хочется, то, что нравится, и отдыхать там, где этого пожелает душа. Ну вот. Привет! Хотела вам показать вид из моего балкончика утренний. Вот, смотрите, какая красота, живая. Так, безлюдный сад, без людей, здесь никого нет. Такое счастье. Море в двух шагах, живу, как Карлсон на крыше. Вид на Корфу. Сушить белье на веревках – это оставшаяся в Греции традиция. Вот они все так делают. Виллы в греческом стиле. В общем, вот в такой красоте я пребываю. Тишина и покой вообще. Вот так вот я спряталась немножко, побежала. Дичь. А чем можно заниматься в такой красоте? Вот так вот лежу на лежаке, загораю, плаваю, вечером хожу в таверну хорошую. Ну а так наслаждаюсь красотой. Здесь просто даже посидеть и посмотреть, как тут все классно. Поверьте, что это того стоит. Спасибо.